дорогие друзья, почитатели нашей уральской кухни на телеканале «Евразия». Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Добрый день, дорогие друзья. В предновогодье мы встречаемся с замечательным человеком, Ириной Владимировной Кулаковой, достижения которого так хорошо здесь изложены, что мне просто хочется кое-что процитировать. Ее фото размещено на городской доске почета, правильно? Правильно. О, дисцентр «Гарант», которым вы руководите, да, ему сколько? 18 лет. И он занимается чем у нас в городе? Уничтожение насекомых грызунов и в наше время актуальной обработки от COVID-19. Понятно. Дезинфекция, правильно? Помещение. Обеззараживание помещений, в том числе и для профилактики ковида, правильно? Правильно. Замечательно. А где находится такая у нас организация? Мы находимся в старом городе, вокзальное шоссе 50. Поэтому милости просим. Ну, в период пандемии вы, конечно, загружены были, правда да, же? Совершенно верно. 2 года были тяжелыми. Но, тем не менее, нам удалось уговорить Ирину Владимировну вместе с нами встретить наш предстоящий Новый год в надежде, что он более будет лучшим. Ну и вам слово. Чем же вы хотите нас порадовать? Я сегодня хочу порадовать супом с форелью и со сливками. Форелью и со сливками. Новогодний суп получается. Новогодний. Почему мне захотелось именно суп? Потому что в преддверии новогодних праздников, дорогие женщины, я очень хочу, чтобы вы порадовали своих любимых мужчин. Правильно. Мужчин надо, как я говорю, холить и лелеять. Совершенно верно. И тогда у них будет и холка, и лелейка. Ну, это я шучу всегда. Я уже телезрители привыкли. Давайте, Ирочка, порадуем новогодним супом с форелью и со сливками. Рассказывайте. Что нам нужно? Обязательно форель свежая. Мы прямо ее покажем хорошо телезрителям, а то вдруг не поверят, скажут муляж. Нет, настоящая. Дорогая, наверное. Любимых мужчин ничего не жалко. Так. Угу. Овощи, морковь, стебель сельдерея, лук, картофель, укроп. Так. Необходимые специи, лавровый лист, душистый перец, я очень люблю его. И обязательно паприка. Обязательно паприка, так. Сливки. Можно взять сливки 20%, но я люблю, чтобы сок был насыщенным. Берем 33%. Это 30-процентовые у нас сливочки. Да. Процентные. 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 Ошибаться начала уже тетя Таня. И креветки для украшения супа. Креветки для украшения супа. Идем дальше. Идем дальше. Что мы берем? Мы берем кастрюлю с водой и ставим варить рыбу. Вначале варим рыбку, дорогие телезрители. Закладываем ее в кастрюлю. Мысленно пожелали любви своим мужчинам, любимым. Когда готовишь есть для любимого мужчины, обязательно не нужно думать об этом. Лавровый лист. Душистый перец. Кладем все по вкусу. Дорогие девушки, не забудьте обязательно снять нагиб с рыбки, чтобы ничего не было лишнего. Когда наша рыбка сварится немножко, мы начинаем закладывать овощи. Но я, наверное, чтобы быстрее все сварить, я их порежу. Вот такими кусочками. Вот такими кусочками. Да, этого достаточно. Почему? Потому что это все будет взбиваться на блендере. Угу. Мы же делаем суп-пюре с вами. А, это будет суп-пюре у нас, оказывается. Потом в конечном итоге в блендере мы все это должны сбить. Поэтому лук мы не измельчаем, а можем положить вот такими вот. Морковку также мы делаем. Обязательно, я очень люблю корень сельдерея для вкуса. Для вкуса еще добавляется корень сельдерея.
стебель. Корень, стебель. Угу. Совершенно верно. Так, и также для вкуса мы кладем две веточки укропа. Потом мы его просто убьем. Все. Наше время для приготовления супа истекло. И мы проделали с Ириной Владимировной еще одну работу. Ну, Карина Владимировна, покажите вот тот блендер нам. Мы отварили рыбку и овощи. Так. Перемололи часть рыбы и овощи в блендере до пирогообразного состояния. Угу. А, и выбрали небольшие кусочки рыбки, чтобы нам добавить обязательно в тарелочку с нашим супом-пюре. Чтобы наши мужчины еще могли что-то пожевать. Вот так вот. То есть у нас еще отдельно рыба будет в кусочках. Да. Давайте мы покажем прямо телезрителям сам этот суп-пюре, какой он получился после того, как он побывал в блендере. Но нам нужно обязательно сейчас добавить еще сюда сливки. Это же самое главное. А, то есть в суп-пюре, да, в суп-пюре добавляем 30% сливочки. Я сегодня отдыхаю. Было очень вкусно. Мне даже чеснок не дают почистить. Его, видно, здесь нет. Здесь нет чеснока. Кстати, отгадайте новогоднюю загадку, Ирочка, пока вы мешаете. Наезд называется, в армию не призывается. Не знаю, Татьяна Александровна. Ну как не знаю? Новогодняя загадка. Телезрители, помогайте. Помогайте. На «С» называется, в армию не призывается. Ну кто это может быть? А вон там у нас кто сидит? Вот справа. Снегурочка. И вот стоит Снегурочка. Только этой Снегурочке, как и мне, 90 лет. Это мои игрушки. Да. И вот Дед Мороз, Ирочка, мой родной. Ему тоже 90. Шикарно. Дорогие телезрители, вы знаете мое любимое выражение. Не надо выглядеть моложе своих лет. Надо хорошо выглядеть в свои 90. Правильно? Это у меня любимое выражение. В любом возрасте человек всегда молод душой. Да, пускай, говорит, года как ласточки летят. Зависит возраст женщины от духа. Быть можно молодой в 50, а можно жить и в 20, как старуха. Согласны? Совершенно верно. Под кроватью и со своими проблемами. А, пандемия, эпидемия, прочее, прочее, прочее. Так, и что мы сделали? Мы позеленили наш суп, да? Мы сейчас его позеленим. Ну что, у нас все готово, осталось только украсить. Украшаем суп. Мы наливаем его в тарелку. Наливаем в тарелочку суп-пюре. Как мы его красиво назвали? С форелью и со сливками. Почти по-французски. Помните, дорогие телезрители, как у меня учил замечательный повар Никита Федулов, настоящий, профессиональный, говорится, альденте, конкассе на подрезанные помидорчики и прочее. Ой, какие красивые названия мы тут изучаем. Да. Вот. И так получим. Как он пахнет, этот суп, запах у него. И как раз он для нас, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ну, для тех, кому за 90. Так. А ну что, креветки? Креветки. А выкладываем вот так вот каждую креветку. Красиво. Креветки у нас теперь в моде пошли. Наши холостяки. Мы же клуб создали холостяков. Молодцы. Да. Если мужчина холостой, он приходит на телеканал Евразия и с нами тут работает. Как много в вашем клубе? Ой, уже 6 человек. Я даже, Ирочка, завела книгу холостяков красную. Но это же красная должна совершенно быть. Совершенно верно, красная. Да, и мы будем ее заносить, наших героев. Мы будем их холить и лелеять, рекламировать и говорить. Приходите к нам. И вам здесь будет тепло и душевно, если у вас, так сказать, не все гладко в личной жизни. Но если все дома хорошо, тоже приходите на семейные обеды, на юбилеи. Обязательно приходите. Ну что, суп готов? Суп готов. И так. Нам нужно слегка-слегка полить сверху. Полить сверху. Сливочками.
Обещанный для мужчин кусочек рыбы будет? Рыба там уже лежит. Вот тут она у нас уже лежит. На дне. Очень приятно, что вы приготовили такое изысканное, практически ресторанное, дорогие телезрители, блюдо. Или это блюдо вашего предприятия? Ну, это блюдо любят все мои близкие люди. Любят все, да, близкие. Члены семьи. Все члены семьи. А какие-то у вас есть в вашей копилке еще интересные блюда? Вы же гость на нашей передаче. Есть. Есть? Я думаю, что в следующий раз обязательно расскажу вам. Вот вы знаете, 5 лет исполняется скоро уральской кухни, а мы никак обыкновенную пиццу тут не смострячим. И так крутимся, и так крутимся, и так, а с пиццей все как-то не это самое. И я каждому говорю, вот домашнее задание вам, подумайте бы об уральской пицце. Понимаете? Значит, нужно подумать. Подумайте, пожалуйста. И, конечно, переговорите еще раз с нашими телезрителями. Порадуйте их перед наступающим Новым годом, потому что он просто должен быть, обязан быть лучше. С наступающим Новым годом вас, дорогие. Всех благ вам. Будьте счастливы. Пусть снегопадами вам сыплется счастье. Пусть метелью вам радость кружит. Пусть ураган уносит все несчастья, чтоб каждый день был праздником прожит, хотя бы в новогодние дни. Правильно, Анжелика? Спасибо вам большое за ваш визит, за наши с вами встречи. И приходите к нам и к камину, и на уральскую кухню, и с подружками, и с членами коллектива. У нас здесь действительно здорово, ведь телеканал «Евразия» народный, он для нас с вами. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Мне очень приятно было провести с вами время. Вы замечательный человек. Атмосфера у вас здесь спокойная, шикарная. Это еще пока без мужчин, без мужчин. А все уже целый месяц у нас сейчас мужчины работают на кухне. Мужчины. Мы сейчас только отъедете, а подъедет такой мужчина. И плов нам, да? И долму. А сегодня даже не знаю, что будет. Наверное, сюрприз сделает. Сюрприз сделает. Всего доброго, дорогие телезрители. До новых встреч на телеканале «Евразия». С вами была Ирина Владимировна Кулакова. И я, автор и ведущая этой передачи, ваша тетя Таня. Или просто Татьяна Фрик. Всего доброго.